Ну, если там какие-то проблемы. Нет! Нет, я не за тебя болею! Нет! Не умирай! Всё. Это что, страшное? Это Хэллоуин. А там страшно. Ну так, немного страшно. Давайте нарисали. Давайте сами. Так смешно, олень бегает. Он обычно летает, чем бегает. Ну что поделать? Всем привет! Сегодня с вами Даша и Алена. Сегодня мы будем играть игру про машинки. Она будет мне помогать. Ну я тоже тебе буду помогать. Да. Сейчас выберем машинку и будем уже. Это. По очереди, Ален, сначала я, потом ты. Давай. Давай, все, Ален, теперь ты. Сейчас это пройдет. Окей. Ставь. Вот, теперь ты. А потом мы другую машинку выберем, да? Нет, Ален, не так, нет. Вот сюда, это вперед, а это назад. Все, ты умерла. Еще один разик. Ну, я тебе даю еще, Ален, один шанс, потому что это было только обучение Алене. А сейчас вот Алена по-настоящему. Это вперед, а это назад. Ну, если там какие-то проблемы. Все, ты умерла. Да. Теперь моя очередь. Давай другая. Сейчас мы другую машинку. Нет, другую. Алён, я еще пока не знаю, что здесь. Но все равно надо уже так учиться. Далее. Ставь. Смотри, какая машина. Это джип какой-то. На этой машине, наверное, невозможно умереть. Потому что я как вижу. Нет! Все. Я умерла. Теперь я. Давай. Все, теперь ты. Давай. Это назад. Это стоп. Стоп или назад, я не понимаю. Я думаю, что это назад. Бензина. Блин, здесь еще может быть из-за бензина, то, что долго нет бензина. Он сейчас умрет. Все у него ломается. Это вот окно. Нет, я не за тебя болею. Нет, не умирай. Все. Ты сама? Теперь моя очередь, да? Да. Меня не пиздовёй. Сейчас. Здесь можно еще это выбирать, где можно ехать. Пой. Конечно. Вот это. Так. Да нет.
Не, Алена, это же моя очередь. По очереди. Сейчас ты играла. О, как поезд медленно едет. А все боятся. Не переживайте, не переживайте, пассажиры. Не переживайте. Я очень... А, не хватает все. Давай еще раз. Давай. Нет, давай. Да. Ладно, теперь ты. Все, давай. Нет, помнишь? Что-то как-то у нас медленно получается. Но я думаю, что... А как у Алены так быстро получается? Ты сейчас пойдешь. Все боятся. Все боятся. Все, бензин у нас заканчивается. Бензин закончился, все. Все. Как-то у нас не получается с этим поездом, но сейчас мы другое. Далее? Ага. Еще один. После поезда у нас какой-то вот такой, да? Да. Далее. Мне. Подожди. И у нас следующий. Вот это. Алена, ну это же моя очередь. Ты только что на поезде ехала, помнишь? Да. Это ладуха и солнце. Ой, как красиво трасса. Нет! Не-не-не-не-не-не-не. Не пиши. Ух, нет. Нет, нет, нет. Пожалуйста. О, здесь сейчас тебе спинит, Аня. Либо у самой. Нет, нет, не у лошади. У меня уже закончился бензин. Я упал. Теперь Алена, конечно же. Ну? Давай, нажимай старт. Старт это вот это. Вот. Да. И Алена. Заканчивается бензин. Ой-ой, тебе надо быстрее бензина. И ты все упал. И у тебя уже заканчивается. Все, у меня закончился бензин. И ты упал. У тебя заканчивается бензин, и ты упала. Но это ничего страшного, да, Лен? Они сказали, что у меня закончился бензин. Ну ничего, Лен, страшного нет. Сегодня тебе классно. О, после этой машины будут санки Деда Мороза. Классненько, да? Да. Будут санки Деда Мороза. Дед Мороз ждет. Инъекции. Это что, страшное? Это Хэллоуин. А там страшно. Ну так, немного страшно. Ой. Все. Вот моя машина. Ну все, теперь пойдем. Ага. Нажимай старт. Вот, да. Не, Ален. Молодец. Это вообще такая клевая идея. Почему здесь Хэллоуин? Ну потому что есть такой праздник Хэллоуин. Это ужасный праздник. И там самое главное в Хэллоуин это тыква. Все, я умею. Ничего, Лен, страшного нет. Мы же сейчас будем Дедом Морозами быть, да? Не переживай. После меня ты. И это ничего такого страшного нет. Папа, сам нас позвал снимать. Мы сегодня до
дай мне кошку. Кошку. Алёна. Это кошку. О, я не знаю, где она. Она на полу. Алёна. Потом. Видишь, я сейчас самое главное мне довести подарки детям. Давайте, давайте, давайте. Они... Закончится бензин. А вы не мешаете. Давайте, давайте. Давайте, сами. Давайте, сами. Так смешно, олень бегает. Он обычно летает, чем бегает. Ну что поделать? Едем. Всем детям у нас подарки от детей. Один подарок. Один подарок. Это такой. Что-то у нас олень не может. А бензин закончилось, понятно. Ну и всем пока. Сегодня с вами был еще. С вами была Даша и Алена, и всем пока. Пока.